Здравствуйте, я Настя, и как обычно мы собираем мнение у терки. По улицам Екатеринбурга слоняется около 3000 лиц без определенного места жительства. Что с ними делать, узнаем у наших горожан. Алексей, как вы считаете, как поступать с бродягами, какие стоит принять меры? Ну, мне кажется, их нужно принуждать к общественно полезному труду. Других способов маловероятны. А это и будет польза, и городу будет, и им польза будет. Спасибо, Алексей, за ответ. Ну, а теперь давайте узнаем мнение других горожан. Ну, помогать не в том смысле, что помощь, то есть денежно, а в том смысле, чтобы помочь найти работу. Ввести еще эти, раньше были для выпивок этих, как санпропускники. Как их накажешь? Они и так живут на улице, что с них взять? Какие штрафы придумаем? Если у человека нет желания, то это довольно-таки бесполезно и очень трудно будет. Должны быть какие-то, наверное, некие пункты, как пункты сбора таких людей. Ну, как за рубежом, как в Америке, в частности. Где они могли бы одеться, покушать, поспать, ну, переночевать. Пособие также выплачивать. То есть все для этого делать. Люди без места жительства не могут быть просто как-то оставлены. А они, может, принципиально не хотят работать. Так вот и живут. Они, может, протестуют против системы или наоборот. Система их до такой степени переживала и выплюнула. А что вы с ними сделаете? Наказания на них не подействуют.